Хей, окей, с вами Жимки, мы продолжаем пройдить игру по названию Devil May Cry 5, и это у нас 15-я миссия Распутья Нера. За Данте сыграли, за... так. Время на исходе, тело выслабеет, но оно собрано от останки своих сил и продолжит путь вниз. Противостоять демонским иллюзиям, он скитается по карманным измерениям, где ему пришлось сразиться с кошмарным порождением ада. Хотя Ви удалось достичь истины... источника своих страданий, ему не хватило сил, чтобы оказать сопротивление. Но в этот момент появился Нер, который добрался туда совсем иным путем. Да-да-да. Скорее всего, у нас остается 4 босса, которые именно добавят в список библиотеки. Скорее всего, первый босс — это курица, второй босс — это у нас вот эта херовина. Вот черт, почти все истратил. Мне срочно нужна подзарядка. Привет, сладкий. Помощь нужна? Да что с тобой? Смерть моей хочешь? Хочешь проверить? Да. Поворачивать все приземление к леди. Это она... управляла машиной, дайте поймать сюда. Все, не теряем так. Резины. Что тебе нужно? Короче... давайте... может... белого, наверное, сыграем. Мы же за белого еще не играли, да? Ну, типа, я вообще костюмы не одевал. Данте черного сыграли, теперь будет у нас, наверное, не черный, а белый. 49к! Да, пускай будет вот эти рукояти. Начать миссию. Акс заряженный выстрел. Так, навык... оторвы, который позволяет ускорять выстрел. Синяя роза увеличивает пробивную способность, требуя... так... ручной захват цели. На. Ну, тут мне хотя бы радует, что тут загрузки такие более-менее, но быстрые. Ну, фризы, блядь. Почему именно игра замедляется просто? Она просто начинает как слоумо. Это... а, зови, когда вот мы играли, это была жопа. Когда я начал спускаться вниз. Ну, вот такой костюмчик. Опять разделяемся. Ладно, все равно... так, предпочитаю работать один. Ну, смотрите, у него бичи висят на этом, а я этого не замечал. Ну, такое, ну, типа, они в костюм, видите, типа, проходят сквозь, там, штаны. Могу я... о, да, я могу... я могу сразу персонализацию сделать. Поэтому... это же все по-честному, так? Да, все именно так, все честно. Синяя роза. Блин, я хочу синюю розу прокачать. Алая королева. Каламбур. Так, бич. Давайте бичи прокачаем. Так, ну 30-ки у меня нету, ну хотя, чтобы места было, чтобы я больше мог юзать ее. Так, у нас 27 кусков. Калибр. Нажмите в воздухе, находясь на земле, нажмите и отпустите. Нажмите и отпустите. Ну я думаю, либо азарт, либо калибр. Давайте, наверное, калибр. Бич дьявола. Бич дьявола, так. Так, подожди, как мне это одеть? Давай сюда. А сюда мы возьмем луч. Все. Готово. 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 Поехали. Больше вещей, значит, больше мощи огненной. Так, я ж та вебку подрубил.
Ух. Развилка. Куда дальше? Не знаю, но я вижу там ловушки. Не знаю. Не знаю, не знаю. А, ну тут такие ловушки-то. Изи. Главное, чтобы у меня меч был заряжен. Что, может просто вниз прыгнуть? Там что-то есть? Не, просто могу вниз прыгнуть, да и не мучиться. Давайте вниз. Я не понимаю, как сразу, чтобы заряжался меч. Я не понимаю, как он должен автоматически полностью этот заряжать. Бац. Ворот. Ворот. Полетел. Так, и туда, и да, я не ходил. Что, поищем, что здесь есть. Блять. Чувствую, это немного затянется. Главное, шипы то вылазят нормально, а я то не двигаюсь ненормально. А, главное, что я не упал. И ради чего? Ради пизда каких фризов. Древо бабла. Давай. Он же потом, кажется, начинает белеть, да? Готово. Ну такое, нормально дали душ. А, то есть тут без разницы, да, было бы.
Только не зацепись, только не зацепи их, блядь. Что за теми пойти? Изи. Вот здесь, да, эта тварина была? Тут вообще гробы какие-то. Мне не нравятся эти гробы. Я не врубаюсь. Я не врубаюсь, как убивать этих. Типа, да, я наношу урон, но... И наношу, не наношу. А, там бич еще один есть. Блин, вот это ждать, пока оно зарядится, это... Жопа. Я не удивлен то, что я на Цашку ее выиграл. Но Нер, блин, из-за своей руки, что он постоянно крюк юзает, вместо того, чтобы просто руку заюзать. Тут херово. И я не понимаю, я главное прокачал, чтобы у меня автоматически заряжался этот... меч, но что-то ни хера. Ну, короче, это было как лотерея, да? Либо души, либо фраг. Ой, тихо. Руку взять. Ну, в принципе, а что, у меня есть выбор, что прокачивать. Куда ты целишься? Не беси! У нас 18 даже их. А, там еще есть прыжок от поверхности. То есть я могу еще от поверхности отпрыгивать. Только ее купить нужно, а я навряд ли буду покупать. Нахер она надо. Уже скоро конец игры, а мы типа только научимся прыгать от стенки к стенке. Я тут не допрыгну.
Я лучше не поленюсь и пробегусь. Не серчай, Данте. О, это где мы за этого, да, смотрели? Сейчас демон должен быть вот этот, с косами. Так, пока что так делаем. Ну это ж не так, да? Денежка. Скоро до босса дойдем. По идее, должны тут еще быть корни с этими. То с тварями. То есть у меня опять развилка. Но он автоматически, типа, пушку свою перезаряжает, поэтому... А вы здесь, что ли? Так, это куда мне нужно идти? А, то есть мне и туда, да? Я лучше так возьму. И сюда спрыгнул. О! Давай, давай, давай. Готово. А теперь вопрос, куда я пришел? Ага, вот так вот. Так, готово. Может, это здесь я тогда дрался? Но вижу уже сгустки крови, где враг будет выходить. А нет, это просто битва с врагом. Серьезно? Это будет легко.
Ты теперь куда кровь пошел хлебать? Давай, давай, насекомых зеленых убиваем. Вот видите, главное, он молнией херячит, но заряд не заканчивается. Воу, воу, воу. Не-не-не, она вызывает, она их вызывает. Тихо. Да. Давай-давай, би-би-би-би-би. Ай. Бац, бац, давай, давай, в голову, ворот. Сишка, сишка, сигаришка. Все, на сишку выиграли. У нас еще вон бичи висят. Все, мы скоро придем к боссику. Нужно подготовиться. Пойди, да. Пойдешь, я должен быть босс. Если, конечно, вот так будешь бежать. То не уверен, что я скоро прибегу. Эра, блядь. Ты хоть меня не беси. А, это еще не все. Как щедрость. Ого, персонализацию. Если мне денег не хватает, то я бичи прокачаю. 17 только тысяч. Я могу азарт прокачать. Только азарт, да? Он непонятно, как атакует с этим, с помощью меча. Слишком слабо. Но за это получается поменять руку, поэтому... Ну а там плюс рука взрывается у нас. Хорошо, что я хотя бы себе эти хпшки купил сразу. Наверное, давай быстрее. 24 минуты уже. Опять битва просто. Это, наверное, что сама дольше бежим. Да, безбашно. Не-не-не.
Давай, 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 руку заряжай. Вот, давай дальше. Ай. Что-то меня ударили сильно, да? Что же застанили? Они. Не так уж сильно меня тут закрыли. Никуда это меня ведет. Туда, куда мне не нужно. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Я иду вперед. О. Давай, бежим. Нам главное спуститься вниз. Наверх я не хочу идти. Там, скорее всего, будет либо миссия, либо еще какая-то херь. Морщик, что ты делаешь, толстяк? На это нахер не сдалось. Мы с вами бежим прямо. Даже если там будет ХП, все равно. Мы бежим прямо. Вы видите, какой тут пиздец происходит на карте. И он долгий. Мне вот эту ночь нахер убить. Да не ты, иди в сраку. А, щит. Ну, блядь, ну ты можешь атаковать нормально. А, блядь, не того. Давай, 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 давай. Убей, ну убей ты его, наконец-то. О, это как ты так? Взрывной вот это делает. Ударную волну. Окей. Готово, 29 уже. А нас еще босс ждет. У нас еще ждет впереди босс. Почему ты не перезарядил его? Ладно.
Окей. Так, тут ничего не валяется. О, персонализация. Снова же замечу, уже третий раз. Ну, типа, я машину тоже засчитаю как за персонализацию. Сколько у нас? 7000. А. Мало, 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 мало. Тридцатка. Нижний. О, все. Где-то здесь затаился демон. Посмотришь, а, мне помешает рассажу. Вон он, вон она. Вон он, но птица, это курица. Я иду. Заряд, отвлекаешься, дорогуша? Отпрыск Спарты. Но ты всего лишь пустая скорлупа. Тебе нет ни капли силы. Ты слаб, как и твоя бренная плоть, человек. Эй, мы сильнее, чем кажемся. Но есть только один способ это проверить. С удовольствием. А почему мне не показали, с кем я сражаюсь? Из тебя даже жертвы хорошие не получатся. А? Он готовится атаковать, да, меня? Тихо. Но эта херня, когда появляется, значит, она атаковать будет меня. Доигралась птичка. А где это? Тихо, давай, давай. И что это было? Возьми, специально для тебя хранил. Воу, 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 воу. Так, не так, нет, не. Что ты до меня там хранил? О, я вижу его. Где, 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 где? Вот это? Ай, тихо. Давай, 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 давай. Я сейчас еще одну руку эту подберу.
Вот черт. Мои... Не знаю... Давай, взрыв! Короче, я чувствую, дерьмо здесь происходит. Она как бы себя и восстанавливает, и нет. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ни хрена ты. А чё это за херь? Почему я не попадаю? Почему? Мне руку сломали. Одно хп. Все. Почему мне не представляли босса? Почему птицу не представили? А что мне в интро добавили? Ну, в это. На заставку, на превьюшку. Как у тебя могло остаться столько сил? На превьюшку кто пойдет мне? Ну, это птица, по идее. С женщиной. С женщиной, если это вообще женщина. Можешь выходить. Значит, я тебе в долгу? Шел бы ты отсюда. Развалишься на ногах. На глазах, на ногах, на глазах. У меня нет выбора. Я должен идти. Чтоб тебя, Ви! Так, не надрывайся. Я должен идти к Оризону. Зачем? Какого хрена ты делаешь? Умоляю. Это моя последняя просьба. Fine. Ладно. Дантес нас точно опередит. Дантес. Почему я Дантес прочитал? Мне не нравится этот взгляд. Ох, как не нравится. Он, я говорю, он что-то задумал нечистое. Ну, блин, мы много времени потратили. Уже 38. Выйдет, получается, на 40 у нас, да? Потому что... Если сейчас еще буду читать... А, уже 39 даже, считай почти что. Без 20 секунд. Мятежник, стандартный меч, простой и удобный, позволяет проводить обычные комбо и подходит для большинства ситуаций. А, галерея, скорее всего, сейчас сюда два этих боссика добавят. И записку, да, наверное, закинут мне? Или нет? Или записку уже в самом конце дадут? Так, письма не дали. Враги, боссы... Малфас. По словам Ви, это демон по... так зовется Малфасом. Судя по разному составу ткани, его верхней и нижней половины, он состоит из двух существ, слитых в единое целое. Думаю, какая-то волшебница решилась так слиться с птицей. Так, волшебница решила слиться с птицей, но потом поняла, что не может держать ее под контролем. Кстати, птичка то была всего лишь птенцом. Если бы она выросла и возмужало, нам пришлось бы совсем не сладко. Так это птенец, ё-моё. Да, жестко. А, нет, значит у нас еще один целый враг, босс и две версии у Оризена. Поэтому так, как-то так, ребята. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. В следующей серии это у нас Распутье Данте. Снова Данте? Ну ладно. И всем пока.
Пока.